Замороженные американские активы Дерипаски. Власти США в рамках действующих санкций заморозили американские активы российского бизнесмена Олега Дерипаски, в частности принадлежащие ему дома в Вашингтоне и Нью-Йорке, сообщила в понедельник газета «Нью-Йорк Пост» со ссылкой на представителя Минфина США. Вашингтон заморозил активы Дерипаски в США, включая большие особняки в Нью-Йорке и в Вашингтоне. «Нью-Йорк Пост» отмечает, что дом в одном из престижных районов Нью-Йорка Олег Дерипаска купил в 2008 году за $42.5 миллиона. Данных о вашингтонском особняке газета не приводит. По информации представителей Минфина, российские власти также ведут с ним переговоры о том, чтобы он отказался от некоторых своих проводимых из Европы операций, чтобы эти операции не оказались под санкциями. Когда замораживают активы, это означает, что любой, кто ведет бизнес с санкционированным лицом и санкционированными компаниями, может подвергаться санкциям, пояснил изданию сотрудник Минфина. Подпишитесь на наш канал, ставьте лайк. Всего вам доброго. До свидания.